Всем да, привет! Нормально. Сегодня будем смотреть постройки Сани. Видите? Следующую постройку давай смотрим. Так. Давай стрвай. Тоже треби. Она тоже интересная. Твоей механикой, что она может залезть на препятствия. А, я видел, ты мне дискорд скидывал, у него такая механика крутая. Да. Этот танк, его отличие в том, то, что он снизу, вот, он может подниматься, но я не знаю, для чего это. Это потому что ствол закреплен, и из-за этого вот как раз надо. Вот что Швеции придумали для своих потесалов, чтобы повысить УВН орудие. Шведы. Стоп, а какая это страна? Финляндия? Шведы. Я просто... Давай, попробуй подняться и опуститься. Так. Это типа, блин, он тоже по самолетам стрелять может. А наоборот как? Пуф, и минус самолет, или в гору стрелять. Ну да, вниз, допустим, можно. А вниз это самое основное, когда такое, на холмиках. Сейчас, так, кнопки и кнопка. Ну, тут УВН вообще большой. Вот сейчас, стой, дай мне посмотреть. А нет, там сиди, я тебе покажу. Ща, я кое-что сделаю. Не понял. Допустим, ты на горке, на этой. Танчиков у меня особо нету, так что возьмем, ну, вот это. Теперь включи ПВП режим. Сейчас я тоже залезу, но... У нее преимущество то, что, типа, низкая плюсом. Может высоко стрелять. Так, встань в исходную позицию. Так, сейчас, ну, все. Ну, как обычный танк стоит. И теперь подъедь ко мне. Вот ты на горе, а я вот тут, внизу. И я хочу в тебя попасть, но не могу. Вот так, короче, происходит. Я не могу в тебя стрелять. О, нет. А ты теперь можешь просто так, хуть, наклониться. Давай. В щепки. Бах, и все. Ну, если в танки играть, то это, ну, прям вообще на горе позицию занимать вообще круто. А можно я попробую поуправлять танчиком? Ну, он такой классный. Я так люблю танчики. И снова спустить или тут? Нет, тут, не надо падать. Падать не надо. Давай. Там управление как у танка, смотри. А, Д, это вперед. А где вход, мне интересно? С управлением я, ладно, разберусь. Вот. А, типа вот это, да? Да, ПТСА довольно резкая, так что ты там сильно не газуй. Куда ехать? Да куда хочешь. Как ехать? А, смотри, А, Д, это вперед, зажимаешь обе клавиши, едешь ровно вперед. А, Т, З, С... То есть это назад. Тоже зажимаешь три клавиши, ровно едешь назад. А, как у танка управление. Это очень прикольно. Так, бум-бум. Танк. Вообще, мне бы такой бы танчик. Опа-хопа-хопа-хоп. А как подниматься? Подниматься. Там попробуй, смотри, там вроде команды в нижнем... Да-да-да, я знаю. Ай-ай-джи. Ну там посмотри, я просто их нанизу не знаю. Вот, это обычный танк. Да. Так, дальше ждет еще есть. H. Подняться вверх получается. Да. Все, не спущу. Там квадратик. И Т. Это вот так. Да. Сейчас чуть вперед подъеду. Хопа. Наклонился. Стрельнул. Ах. Ой. Но я своего мать не могу. Хотя что там? Фантастически, такого не бывает. Да. Что-то я с другого. Так, блин. А теперь прыгаем. Из горочки легко. Он вообще такой шустрый еще. Я на нем вообще ни разу не катался. Супер шустрый танк. А что, это ПТСА настолько быстрый, что ли? Не, оно на самом деле не настолько быстрый, я просто ей поиск не вижу. Ну как для ПВП очень круто. Ну да. Давай следующую. Ну хорошо, давай следующую тогда. Мне танчик очень понравился вообще. Давай самый сладкий напоследок. Почему? А я не знаю. Ну ладно. Так, это танк, но тут, наверное, тоже такая механика. Мы сейчас посмотрим все это. Тут нет такой механики уже. Это просто из игры довольно мощная пушка. Ну, я знаю такое. Тоже, помню, ты уменьшаешь конфет, ты входишь в люк, и вот тут сиденька есть. Ну, типа, так. Да, посмотрим, как он ездит. Попробуй поехать вперед. Так, а стреляет как? Вращать башни можете? Да, все может. Только не на фул, конечно. Не на 360, там чуть-чуть ограничения есть. Вот смотри, ты видишь, вот ограничение. А, ну это хорошо, в принципе. Или нет? Да. Так, а можно я поуправляю, я посмотрю вообще, что за танчик? Горилла, хочу на танчике покататься. Пил. Полосой такой. Бах. Так. Ну, в принципе, больше ничего нету. Можно я поуправляю? Да, можно. Я хочу сам управление посмотреть. А! Я в крыше застрял. Так, управление у него на... Ага.
Мне надо выйти. Точно такое же у него управление. Получается, если я зажму Z и Нет. C, то я поеду назад. Если одну из них, то буду поворачивать. Если Нет. А и D, то поеду вперед. Если одну из них, то буду поворачивать. Стой. Он там опускается. Вот, я вижу, как он поднимается. Надо, о, вот, да. А зачем это нужно? А, смотри, а пушка в Британии такая была настолько сильная, что если она так стояла... А, если она стрельнет, она улетит просто, и поэтому нужно такое включить, чтобы не улетело. Ну, как думаешь, что 83-миллиметровый калибр сильно стрельнул? Стрельнул, а потом он так... Ну да, улетишь-то далеко. Да, сам не настолько много разных вещей там, а тут больше декора. Первый раз, когда я учился делать, допустим, декор там и так далее на этот танк. Ну да, я вижу, тут декора много. Разные мешочки вот лежат. Так, как мне остановиться? Ну, танк очень прикольный, мне понравился еще особенно вот этот ковш. Так, ну все, ну там кончик. Даже баш, из этого туда же. Так, ну давай рассмотрим сам корт. А как из него выбрать? Смотри, нажимаешь пробел, и там третьего лица, да-да-да, его. Все, я уже нашел выход. Так, в самом декоре что тут у нас? А, конфет, не знаю. А! Это была не конфетка, это типа выхлоп. А, выхлоп в виде конфеты. Да. Тут есть лопата, всякие коробочки, штучки, бензин, всякая маскировка, лампочка. Так, еще сколько танков он убил, да? 4 уже или 5? Скорее всего, да. Ну, скорее всего, но это же ты строил. Должен знать. Тут типа такая одеялка, что ли, чтобы укрываться. Да, чтобы когда холодно было. Здесь какие-то коробки, только я не знаю, что это такое. Боеприпасы? Ну, я просто хотел сделать пулемет наверху, а так и не вынести. Так, вот здесь еще сзади какая-то коробка тоже. Надписи. Там, видишь, провода, типа, провод идет к вот этой штуке, которая опускается, типа сервопривода, можно сказать. А, ну ладно, понял, он какой-то двигатель. Ну, тут внутри особо ничего нету. И башни тоже много чего есть. Сейчас я наверх запрыгнуть хочу. Вот здесь. Где? А, я уже запрыгнул. Так, здесь есть такие антенки. Да. Ну, короче, палочки наверх. Раз, фонарик. Два, фонарик. Вот этот большой фонарик, его очень хорошо видно. Сама пушка почти что грубая. Это телескоп, знаешь, вот, через который вот снаряды... люди смотрят в танки. А, понятно. Вот здесь сама пушка очень круглая. И, в принципе, все. Давай смотреть следующую постройку. Давай. Ну, если ПВП танчик, то очень крутой. Так, я тебе, наверное, не скидывал этот танк. Объект 263. Так, это что? А, я знаю, это ПТСАУ советская, 10 уровня из, ну, World of Tanks, блиц. Да, она 9-го, наоборот, больших она 9-го, а вот блица она... Первый раз учился делать нормальные углы, тут видишь, они вот такой скосик плохой. А, углы делал, пилу сделал, топор сделал, колеса сами тут есть. Так, а вот это тут какое-то бревно привязано, не знаю зачем. Вот само кресло водителя, немножко даже сразу не заметил. У него управление точно такое же, как и раньше. Тоже есть ковш, серьезно? Ему тоже ковш нужен. Так, сейчас посмотрим. С помощью EQ можно поворачивать пушку. Так, ну ограничено, ну потому что потасал. Дальше у нас тут есть AYT. Поднимать, опускать пушку можно. Она застряла немножко. Так, дальше. И сейчас я пройдусь по всем клавишам. Так, EQ я прошелся. ZH есть. Вот, ковш. Ковш может так опуститься. Ой, что-то странно. Так должно быть? Нет. А почему так происходит? Так, стоп. Если это я нажимал H, то там это A. Там это I. Вот. Вот так, короче, ковш ставим. Фиксируем себя. Пушку как опускать? И стреляем вперед. Пул. Также ковш можно поднять, чтобы он не мешался. И ехать. Треть на ствол. Там вырезной у меня. А, да, я вижу. Это тоже очень сложно делать. Не сложно. Минут 10. Минут 10. Ну, один. А один наконечник. Ну, один боб. Там второй минуту дело времени. А мне кажется, потасал таким быстрым не должен быть. Я знаю, мне было лень начать такое. Это вообще пару секунд. Сейчас зайдем назад. Не, просто я иногда боюсь говорить в таких людей, которые делают мини-танк и ставят туда пушек миллиард, тысячи. Да. И вот их, чтобы уворачиваться, нужна хотя бы скорость какая-то. Ну, броня.
допустим. Вот если ты поставил 100 пушек, это хуже, чем 10 пушек даже. Потому что от 100 пушек лагает, и в итоге даже один снаряд не попадает. А когда пушек там 5-10, да, то все попадают. Ну да, он такую полосу большую создает, если, допустим, пушек там, 20 будет. Да, и из-за этого все лагает, и ни один снаряд не попадает. Ну да. Так, это тоже танк. Это уже сколько? 3 раза подряд танки были. Танки очень крутые. У меня состоят только из танков. Так, давай следующий тогда. Я, может, тебе покажу тогда все постройки, ибо айса осталось довольно мало. Давай. Угу. Недоделанное сойдет тебе? Так, хорошо, давай. Я готов. Давай, Нефед. А! Фух, видео тут стоял. Повезло мне. Так, это что? ФНАФ. ФНАФ? Недоделанный. Даже сильно недоделанный. Тут какой-то пол. Еще один пол. Проход. Типа вентиляция? Сюда. Также такой же проход есть с другой стороны. Тут толик с вентилятором, который не крутится. Записи смотри, какого-то человека. Смотри, короче, что? Красная кнопка — это маска. Нажимаешь ее, вот она выезжает. А это... план здания? Камера. Получается, нажимаем на красную кнопку, если нажать, то выдвинется голова и какого-то мишки. А я не понял, это что вообще такое? Так, вот я сижу на стульчике и... ой, сейчас. Давай заново. Дубль 2. Вентилятор крутится же. Вот я сижу просто тут, нажимаю на кнопку. Вот я просто в геймс. Сейчас. И какой-то мишка. А что это за мишка такой? Голова Фредди, чтобы спасаться от аниматроников, у которых распознавание лица. Что-то ничего не понял, что это за снаф. Но очень часто люди это строят. Так, это какой-то план здания? Ну, нет. Смотри, допустим, если мы тыкнем на вентиляцию, покажется вентиляция. А, да, я понял. Нажимаешь? И нам показывается. Очень прикольно. Я думал, это как карта. Просто человек подумает, что это карта, а мы можем вот так наблюдать. Очень еще прикольно. Тут кое-что. Так, заходим сюда, и тут бумажки. Вот эта ситуация, если бы ты был бы ребенком, ладно. Стоп, что? Типа пишется о пропаже детей в пиццерии. А шкаф зачем, чтобы прятаться? Зачем? Я так думал, что просто для красоты он тут будет. Или, допустим, если аниматроник успел, ты не успел одеть маску, ты туда быстро бежишь, очень быстро, и прячешься. Также, понятно. Смотри, также вот тут есть фонарь, вон, освещает. Короче, это какая-то пиццерия, в которой какие-то аниматроники, какая-то шапка, карта. Тут есть фонарик. И вот тут здесь фонарик сбоку. Но так она очень сильно еще не доделана. Но выглядит вроде... прикольно. Это начало. Хорошо, давай дальше. Угу. Я хотя бы теперь знаю, что это такое за ФНАФ. Немножечко. H6M0, маленький японский самолет, где нужна конфеточка. А, маленький, поэтому нужна конфетка. Так, что тут у нас? Самолет из микроблоков. Да. Японский. Знаете, на лучше будет, чтобы тебе дуло лицо. А может я внутри тоже сяду? А то ну, я всегда снаружи сижу. Так, мне нужен стульчик. Сейчас я тут сам поставлю. Ладно. Посажусь. Все, полетели. Сейчас скорость будет поставлена. Ну тут скорость вообще. Так, а что у него есть? Две пушки. Ай, больно. У нас же ПВП было. Ты что, забыл? Стой! Остановись, ты меня сейчас на базу довези. Две пушки опасные. Так. Стой, я тебе залезу. Включи всего коллизию у крыши, чтобы я не вывалился по дороге. Не вывалишься. Ладно, давай, побыстрее полетели. Скорость медленная, чтобы ты не... Не, давай побыстрее. Давай. Осторожно летим. В самом конце. Ну, хотя бы выжил. Игорь? Давай сюда, поближе ко мне. Ладно, стой на месте. Я лучше сзади сяду, хотя бы не отвалюсь. Давай, полетели дальше. Так, две пушки я показывал тебе. Кто может делать за пират? Что может? Ну, так у него в носу стоит много довольно динамит. Типа так всегда в мультиках делают то, что они на тараны любят идти, да? Спавни танки. Сейчас, заспавню. Ну, допустим... Прыгну. Стой! Ладно, я уже ресетну, что-то у меня и так кепки нету. Стой! Не едь на таран. Подожди. Стоять там, на базе. Хоть перевернутый. Так. Рабочий нет. Иногда не работает. Так, я заспавнил танк, как ты и сказал. Так, давай, лети на таран. Куда это я влетел? Все взорвалось. Если враг слишком сильный или тебе подбили пушки. Что вообще тут осталось? Магически вещащая башня танк. И твой геройский самолет, который уплывает сейчас по морю. То, что от него осталось. И везде запчасти от всего этого. Я думал, я не попаду, потому что мне интернет чуть-чуть залагал. Нормально попал. У Артем последний. Как у меня самый красивый мой танк. И это вафля. Да.
Так-то кто значит, с самого начала посмотрит, покажется не очень красиво. Но если тут вглядеться, то тут очень много мелких деталей. Например, как вот этот сгиб под небольшим наклоном. И то, что тут все это уходит, это очень сложно вообще делать. Особенно впереди такие наклоны, потому что, ну, вообще, корявка. Вот тут, смотри, просто сколько блоков тут стоит, так, чтобы такую очень башню сделать. Так, ну давай я сам танк посмотрю. Она чуть косая. Вот посмотри, вот отсюда, короче, вот так вот, примерно, она косая. Не вижу я. Так, первое, что я заметила, это вращение башни. И не до конца, понемножку. Дальше. И она называется мод, знаешь, из-за чего? Что она? Из-за... Не понял, что? А, она называется мод, знаешь, почему? Типа, ну, экран вот стоят, я его назвал мод. Так, у него еще поднимается, опускается пушка вот эта. Да. Так, и еще сами пушки, конечно, стрелять могут. Мотор. Мотор? Какой мотор? Стоп, я сейчас хочу посмотреть клавиши. Понятие опускание башни. Все. Ой, что-то случилось. Надо заново загрузить. Я из твоих пушек стрельнул по твоему танку. Произошел взрыв. Так, спускай. Давай ты попробуй поуправлять. Даже вот так, впереди тут наклон. Ну, декора очень много. Согласен. Я его делал сколько? Ну, день, наверное, целый. Ну, декора тут много. Так, смотри. А внутри есть пушка, которая как раз вращается. А на колесо не обращай внимания, но я это просто поставил. Его тут должно, не должно быть. Вот, смотри, пушка поднимается не очень много градусов, но зато внутри это тоже все вращает, как видишь. Да, вижу. Не полное вращение из-за того, что экраны мешают. Ну, так и должно быть. Ну, да. Мод называется то, что как раз я уже говорил, экран стоят. Не было бы экранов, она бы просто называлась вафля там и так далее. Ну, а, есть... да, есть танк вафля, а это типа вафля, как ты сказал? Вафентрайгер Ауфье 100, он бы назывался, если бы был бы без экрана. А так он, у меня, по-моему, название Вафентрайгер Ауфье 100 мод. А, ну типа у него тут броня. Это вафля, это такой потенциал, который вообще картонный, его пробить легко. Да, картонный, зато очень хороший. Но пушка делает. Мощная, а тут еще и броня есть. Ну, только, наверное, в корп есть броня, башни. Ну и все, в принципе, в этом танке. Ну да, тут, в принципе, так больше ничего не понятно. Тут что это, два колеса слепились? Я там сделал, ну, в принципе, вот. Хорошо, все, спасибо тебе, что показал свои постройки. Всем пока. Пока.